Экстренное сообщение. Твой возраст хотят украсть. Если 9 сентября ты не придешь голосовать, то не сможешь поставить подпись против повышения пенсионного возраста. Хочешь позволить им ударить по родным, близким и собственному будущему? Не отдавай свой возраст жуликам и ворам. 9 сентября приходи и голосуй. Избирательная кампания в Хакасии выходит на финишную прямую. Ровно 10 календарных дней остается до дня голосования. В регионе кипит бурная политическая агитация. Телевидение, интернет-издания, газеты пестрят заголовками статей кандидатов, привлекая внимание и заманивая избирателя. На общем фоне политических страстей особую динамику процесса в этом сезоне добавляет повышенная бурная деятельность Хакасского регионального отделения ЛДПР. Жители региона отмечают, активность либерал-демократов наблюдается во всем. Организация пикетирования по всей республике, десятки оригинальных и быстроразборных конструкций, кубов установлены в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Сорске, Майне, Черемушках. Наружный сектор политрекламы пестрит различного рода идеями и решениями. Безусловно, самый эффективный способ донесения информации партии и кандидатов до избирателя – это личный контакт. Уникальный случай произошел в поселке Устьебакан, где во время проведения агит-кампании встретился на редкость политизированный пес. Белый Бим, бурно реагируя на логотип ЛДПР, просит газету у агитатора и относит ее хозяйке. Молодец, молодец. Хозяйка белого песика Нина Александровна проявляет активную гражданскую позицию, ходит на выборы. В этот раз женщина планирует отдать свой голос за партию ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским. Человек серьезный, где-то что-то и возьмется. Где-то что-то получше у нас будет. Добавим, местный любимец белый пес, гордо размахивая хвостом, оказался зверем на редкость избирательным и политизированным. Газета чужих партий красно-желто-синего цвета зубы принципиально не берет, предпочитая подчеркнуть позицию своей хозяйки. Теперь в рядах команды ЛДПР на одного четвероногого друга больше. Напомним, в Красноярском крае в прошлом выборном сезоне был обнаружен политизированный код, который стал любимцем публики, а популярный слоган той выборной кампании сегодня в Хакасии становится народным девизом нашего времени. Есть собака или кот, выбирай ЛДПР. Экстренное сообщение. Твой выбор хотят украсть. Если 9 сентября явка на выборы будет низкой, это позволит жуликам организовать подвозы. Хочешь позволить кукловодам превратить выборы в спектакль? Не отдавай свой выбор жуликам и ворам. 9 сентября приходи и голосуй.